И здорово, пацанчики, с вами пацанчик Намба Тунер и Сидрон Дренчик Мазфак и Бич. Сегодня я хотел бы вам нахрен показать, как скачать бесплатно Майнкрафт нахер на ваш мощнейший игровой компьютер. Ну или в крайнем случае, как ноутбук, у меня в моем случае нахрен крайним. Вот. И вы сможете сделать нахер абсолютно бесплатный, потом у мыши хоть обсосетесь вообще просто до умопомрачения, блин. Вот, для начала заходим в поисковую систему Google Chrome. Можно использовать Яндекс браузер, пацаны, как я, например. Ну, система Google поисковая лучшая, она быстрее Майнкрафт находит. И я реально говорю, потому что я вас сами увидите нахер. Она вам сразу найдет Майнкрафт. Яндекс так не умеет, сраный, вонючий. Просто в жопу и сувал нахер ракетку тенниса. Ладно, заходим. Смотрите, дальше вбиваем так, как я показываю. Скачать нам, что нужно, ребят, что нам нужно, скачать, видите, он уже показывает, и запоминать, я вам все равно продиктую, но у вас также будет, но и до всех случаев, вдруг вы дебильным браузером будете пользоваться, скачать Майнкрафт, недорого, ну то есть бесплатно, нам надо скачать его, на ноутбук. Если у вас компьютер, вы пишете здесь компьютер вместо слова ноутбук, ноутбук, MacBook. Ну, если у вас не MacBook, а другой ноутбук, то вы пишете название своего ноутбука, пожалуйста, чтобы вы хотите Майнкрафт. А, еще одну важную вещь дописать я забыл. В конце обязательно дописывайте нахер The Launcher. Если вы это слово не допишете, то смотрите, что будет. То вам вообще предложат скачать нахер. Вот такое говно, Майнкрафт 2, Майнкрафт 3, ребят, это не ведитесь, это наебка чистая, ребят, не ведитесь на эту тему, потому что, я вам скажу, Майнкрафт 2, 3, таких частей в игре вообще не существует, есть только первая часть. Ну я просто, ну не знаю, я просто не слышал, но, блин, это что-то пипец, нигде про это не говорилось, я тут какой-то Майнкрафт 2, 3 скачивается, это вообще охереть, ребят. Я рекомендую вам этой херней не заниматься, не проверять на себе, на своем компьютере, вот как я сделал. Тупо дописывайте здесь Т-лаунчер, и у вас будет нормальный рабочий Майнкрафт. Вот, заходим сюда нахер. Открываем. Открываем вот эту вот ссылочку. Нет, это говно сраное. Вот это открываем. Ну, вот так вот, извините за мою отышку, благородно. Но зато еще мыши пососете, парни, смотрите. Закачиваем вот это. Но если у вас такая система Windows, вы можете закачать нахер вот эту вот. А если у вас двойная, как у меня, то можете закачать нахер вот эту. Сейчас я вам продемонстрирую, что эта штука работает реально. Это не обман, не замануха. Это реально рабочая бизнес-модель. Смотрите сюда, запускается. Но сейчас вы сами видите, это рабочий майн просто. Просто по-другому никак, это реально рабочая тема. Входим в игру. Запускаем нахер игровое пространство. Видеоигра. Майнкрафт, прикольно вообще. Но здесь вы сможете бесплатно подсосать мыши, как это сделать. Гайд в описании будет, видеоролику. Доходим сюда. Все ссылки помещу в описании, как сосать мыши, я вам расскажу. Как можно наблюдать, сейчас мы находимся в игре Майнкрафт, нахер. Вот, и видите то, что здесь все рабочее, то есть можно ходить, бегать, допустим. Можно плавать вообще спокойно, я сейчас вам покажу нахер все это дело. Блин, да только падать нежелательно, ну вот так тоже, ладно, давайте посмотрим. То есть вы можете спокойно ходить там по городу, по земле, по пещере. Идете нахер туда, вон вода, сейчас я вам покажу, как можно плыть здесь. Вообще жестко. Допустим, можно подойти, поплыть спокойно. Вот, видите, у меня есть эта херня, я могу сейчас подойти ее нахер, срубить землю, спокойно поставить здесь. Пипец, что за говно? Это что, не рабочая, что ли, схема? В смысле, как, что, не работает, что ли? А, нет, ну, вы можете наблюдать, все здесь нормально работает. Майнкрафт рабочий, также вы спокойно, режим креативный, входите, строите отсос и вообще сосете на здоровье хоть круглые сутки, блин, пока вам не надоест у этой мыши сосать, ребят, честное слово. Вот, а с вами был обзорчик на Тунер и Сидрон Дрончик, мазафака бич, пацанчик боец. Вот, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте по игре Майнкрафт, поддержите меня жирным пальцем вниз и до новых видеороликов, всем пока.